Первым делом качаем себе KDE Connect для того, чтобы имитировать клавиатуру. Можно скачать это на Apple, на Android, также на Windows и Mac OS, без разницы. В данном случае использую Android. Подключаемся к своему Steam Deck LIX. Настраиваем удаленный ввод. Первоначально нам необходимо установить пароль нашего пользователя. Для этого открываем настройки и листаем вниз до юзеров. Нажимаем «Изменить пароль», после чего вводим пароль. Подтверждаем его и нажимаем «Ок». Меня просят ввести пароль, так как он у меня уже был задан. Вам это сделать не нужно будет, потому что вы делаете это в первый раз. После чего нажимаем правую кнопочку «Leave unchanged», то есть «Выйти без изменений». На этом первоначальная подготовка закончена. После чего нам необходимо установить Steaky Loader. Для этого переходим на сайт официального разработчика. Он будет в описании к видео. Качаем. После чего открываем загрузки и нажимаем execute, то есть выполнить. Вводим пароль от вашего Steam Deck. На самом деле, на моей практике без разницы, какую версию выбирать, но рекомендуется использовать для беты pre-release version. Поэтому на свой страх и риск. Можете ставить основную, но лучше поставить pre-release. Теперь нам необходимо скачать плагины для Deaky Loader, для управления TDP и подсветкой стиков. Для этого я оставлю команды в описании. Сам я на видео ищу их на GitHub. Вам этого делать не нужно, просто скопируйте ссылки с описания и вставьте в терминал. После чего нажмите «Выполнить». Установка необходимых плагинов произведена. Можно перезагружать устройство, точнее не можно, а крайне желательно перезагрузить устройство, и после перезагрузки в Game Mode у вас будет работать абсолютно все. Не забываем лайк, подписка. До скорого!